Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем опять играть на Кабуме, на Кабумеменском автономном округе. Итак, начнем. В общем-то говоря, я пчелок убрал во второй сундук, потому что первый забился вообще полностью. А далее я сделал на самом деле много рамок, ну не прям чтобы миллион, но довольно-таки хорошее, большое количество. А рамки я положил сюда, видите, лишнее. А вот тут надо, в общем-то говоря, разобраться с пчелками уже, потому что все-таки хочется, чтобы они как-то наработали больше. Есть энергия, есть, отлично. Сейчас он почти зарядился. МФ, конечно, медленно энергию выдает. Нужно более хороший источник энергии приобрести будет. Можно самим скрафтить, в принципе. Не думаю, что это прям так сложно. Давайте посмотрим в Industrial Craft Industrial. Потому что, ну, это не так сложно, на самом деле. МФ, эх, прям жизнь какая-то. Так, МФ, он, ага, 4 миллиона. Вот 40 миллионов хранит МФ, эх. То есть тут, видимо, продвинутый корпус, ну, электросхема есть, корпус продвинутый, это уже печально, у нас этого нет, но у нас закаленное железо мы сможем сделать, углепластик, все это, то есть композит. Так, опять у меня весь инвентарь в пчелах, пипец просто. Так, уберем ранец, потому что он нам нафиг не нужен тут. Это у нас заряжается, а, нет, заряжено, все, отлично. А, бронза, вот она. В принципе, ничего сложного. Найти бронзу у меня не составило никакого труда. Но единственное, что сейчас нам нужны палки. Палки. А, вот, даже не пришлось искать. Изи. Я боюсь только то, что будет не со 100% шансом дропаться, потому что это фиговенький садовый нож. Оп. Оп. О, дропнулось, что ли? Акация, елки-палки. Походу, нужно как-то исследовать эти саженцы. Ой, что-то очень сложно, ребят. Я в такие дебри полез. Ёпарсота. Давайте пока что уберем. Видишь, у них у всех разные геномы этих саженцев. Очень сложно, ну его нафиг. Разбираться в этом сейчас просто не хватит времени. А, давайте да, монетки уберем. Уберем монетки элементарно, шум убрать. Так, что-то получилось сырье. Делается. А, монетки уберем в сундук с монетами непосредственно. То есть ничего сложного и супер ординарного сверх тут нету. А возьмем дальше все механизмы, вообще все. В том числе вот такие вот вещи интересные возьмем, и я сейчас буду все такое добро складировать в один специальный для этого выделенный сундук внизу. Выкладываем это все дело вниз. Не все, а вот эти вот энергетические трубы 5000 РФ, которые передают, потому что у меня есть, которые 20 тысяч передают. Я их купил. Так, и ставим тут высокий
Высокие технологии. Ладно, высокие технологии. Все, идеально. Просто шикарно, на самом деле. Минус то, что это на броне, оно нифига не сортируется, благодаря вот на броне этой такие паузы, пробелы образуются. Фиг знает почему, но вот так. Ну и ладно. Ну и ладно, в принципе. Так, уберем сюда. Видите, куча разного всего интересного у нас еще есть. Так, краник. Надо его до конца использовать, собрать весь латекс. У нас вот тут на самом деле гора просто. Просто очень много латекса тут собралось у нас. Потому что я его не собирал прямо очень давно. И логично было предположить, что тут куча латекса соберется. Так, отлично. Так как-то систематизированно собирать его. Все, в общем-то говоря. А теперь латекс просто в экстрактор запихнем. Сюда вот все, пусть он обрабатывается. Можем еще снизу запихнуть латекс, потому что он тут есть. На самом-то... Ой, не сюда. Вот сюда вот. Как хрен знает, почему у меня открылась воронка, когда я нажал сюда. Ну ладно. Так. Все это у нас сделано, в общем-то говоря. Сундук мы рассортировали. Теперь нам... А, этот сундук еще. Вот этот. Тут у нас ничего нет, окей. Так, скины я переставил вот сюда вот, потому что ну, тут они явно в воздухе мешались. Теперь нам нужны такие же кирпичи, нужно для этого розы собрать. Вот у нас роза. И это, в принципе, краситель делается легко, фиолетовый для этих дел. Нам нужны банально розы, банально такие желтые цветы. Может, это одуванчики называются, может, нет, хрен его знает. А, ну, в общем-то, мы собираем таким вот образом это все добро. Просто перекрафчиваем в... Вот таким вот образом. И делаем... А, это оранжевый краситель. На. Значит, нам нужен только красный и только костная мука. Окей. Тогда берем костную муку. А у нас ее много, на самом-то деле. И вот так вот делаем. Все. А, это розовый получается. Ее просто... Ее просто это... Там что, с лазуритом, что ли? Нахрена. Я офигею просто. Да, с лазуритом. Ой, пацаны. Вот это жесткая тема. Вот это, я вам скажу, жесткая тема на самом-то деле. Все. А и теперь нам нужно банально кирпичи какие-нибудь. Интересно, получится ли белые кирпичи сделать фиолетовыми? Вот так тогда делается все. Сможем ли мы белые кирпичи фиолетовые окрасить? Не, видимо, не сможем. Видимо, нет. Да. Ну ладно. Тогда мы делаем просто обычные кирпичи вот таким вот образом. Я думаю, такого количества кирпичей мне должно хватить. Хотелось бы, конечно, чтобы ровно получилось. Но видите, ровно прям вообще не получается. Все, 21 кирпич у нас получился нужного нам цвета. Вот так вот заделываем все вот эти вот пространства, которые не заделаны у нас кирпичами. Тут тоже можем доделать таким вот образом. Соответственно, и можем уже начинать постепенно строить стены. А тут я... Так, у меня, во-первых, бор должен быть в инвентаре, вот он. Поэтому можем вот так вот поставить факелочек. Тут можем... Но спиливать не буду, это рискованно. С буром спиливать факелочек. Это прямо рискованно, я вам скажу. Так, мы еще сделаем, получается, вот так вот. И у нас теперь получится ровно прямо. Да. Еще сделаем 7 кирпичей. Все, отлично. 7 таких крутых кирпичей у нас получается. Факелочек обязательно поставим. Потом это, конечно, у нас будет заменено светокамнем. Только нужно правильно будет расставить. А и все. Так, ну, в принципе, больше ничего заделывать не нужно. А, тут внизу нужно будет по всей вот этой вот поверхности сделать вот так вот непосредственно. Вот так вот я хочу сделать, да, чтобы у нас было максимальное пространство использовано. Потому что лишнее пространство, оно не лишнее, не бывает лишнего пространства. Конечно, у меня приваты большие, скажем так, но все равно... Хотелось бы, конечно, чтобы все по максимуму было использовано максимально полезно. Все, так вот. Так вот мы сделали. Хоп. А тут можем заставлять, в принципе, блоком. Надеюсь, тут стена уже окончательная. На самом-то деле. А сейчас посмотрю. Ой, я не там спилил. Здесь вот спилю. Покопаем вниз. Нет, тут стена не окончательная, то есть нужно, можно было еще дальше прокапывать и стенку тут не строить. На самом-то деле. Потому что у нас тут еще куча места, прям реально много его. Прям реально его много. Тут... Минус то, что у нас тут печки будут в полу, по идее, торчать, да?
Да, видите, они из потолка прям торчат. Но можно их переставить, никаких проблем в этом плане тоже у нас не возникнет. Ничего сложного в переставлении печки нету. Никогда не было. Просто геморрой, так ничего сложного нет в этом. Так. Все. Тут у нас стены будут однозначно белые. Однозначно белые стены у нас тут будут. Потому что так и должно быть. Вот я такие из такого мрамора хотел делать стены. Именно из мрамора, потому что у нас куча его. Прям реально тонны. Прям реально тонны мрамора у нас. Нужно будет освещение запилить, только это темновато. Попробуйте использовать. Странный немножко мрамор, но окей. Теперь мы что делаем? Можем, конечно, замаскировать под землей это все дело. Вот так вот, хоп. Вообще, если бы она была бы не темнее, было бы просто один в один. Один в один. Теперь можем так вот просто дорожку выстраивать. На самом деле, видите, и она хоп-хоп-хоп, сюда все выходит. На самом деле, надо как-то это грамотно сделать, конечно. Опа, окрашенный блок. Отлично. Это у нас, который тут сломался киркой. В сундуке у нас, по-моему, был где-то окрашенный блок. Вот он. Мы его можем сюда поставить. Отлично. Так, еще мрамор возьмем. Отлично. Все-таки, ребят, пусть будет так вот. Вот такие вот блоки у нас будут в этом месте стоять. Вот такие вот. Конкретно в этом месте. Конкретно в этом месте. Так вот. Хоп. Хоп-хоп. Вот так вот. Угу, отлично. Тут у нас такой мрамор будет, тут потом переходик. Переход. Ой. Тут же есть какая-то. А, это ступеньки мраморные. Ёпросто. Угу. Тут теперь надо думать, как это все реализовать. Надо пол какой-то. Ну, это думать будем потом. Сначала все-таки сделаем. Вот так вот. Примитивно, но пофиг. Вот так вот. Все.
Теперь нижний этаж у нас готов, даже сразу переход на ферму, с чего я вообще не догадывался вообще сделать. Не задумывал это абсолютно, но у нас получилось это. Получилось довольно-таки неплохо. Плюс у нас есть везде пол, все тут можем обустраивать. Можем переноситься сверху вниз, еще больше сортировать вещи по сундукам. Потом, конечно, у нас будет MBA-система. И все, и MBA-система все порешает просто на самом деле. Отдельный сундук для жемчуга эндера можем создать даже. Да, допустим, сюда написать жемчуг эндера. Жемчуг эндера. И все. То есть, и спокойно просто переносить сверху вниз эндер жемчуг эндера. То есть, сейчас у нас все офигенно в этом плане. Тем более, у нас жемчуг эндера постоянно много падает, из шахты мы приносим жемчуг эндера, потому что у нас просто скилл так работает элементарно. То есть, ничего необычного, но очень даже интересно. И прикольно. Спасибо за просмотр, за лайки. Всем удачи. Пока-пока.